Так, всех приветствую на канале. Ну что, сегодня путь дублести завершился. Я так и не достиг награды телескопа. Ну и ладно, бог с ним. Зато сегодня стартует очень увлекательное событие. Три королевства. Я думаю, что сейчас просто миллион обзоров будет. Все будут стремиться как можно быстрее выпустить ролик, но я не спешу. Ролик выйдет вечером. Думаю, большинство вы уже глянете, большую часть, ну так скажем, видео. Ну и на канале каких-нибудь топовых посмотрите блогеров. Вот, соответственно, «Война трех королевств». Что это такое? Через 1 час 15 минут начнется подготовка. То есть еще пока не готово. Ну ладно, тогда тем более не спешим. Пойдем в турнир. Топ-50. О! Так, это у нас бьет, этот бьет, это бьет. Этот усиливает. Короче, все бьют. Ну ладно, тогда что будем делать? Ну давайте такой командой зайдем, чего. О, подождите, так это Нео? Да? Это тот самый Нео, что ли? Легендарный. Или нет? Или да. Напишите, кто знает, кто это. Он или не он. Даже интересненько стало. Может быть, это он все-таки. Ну, я не удивлюсь, если это тот самый Нео. И, конечно, против него не будут ничего давать. Возможно такое. Так. О, мартышка готова. Блин, а вот с какого хрена, смотрите, на кабана наложили, да? Зараза. Иди зарези. Дайте уж кабануть. Да. Что делать, даже не знаю. Ну, давай вот так. Раз. И два. Ну, блин. Фу. Как тут быть? Как тут быть? Я даже не знаю. Ну, а что толку? Она сейчас ударит. Синих-то нету. Если бы сейчас, знаете, пачка бы подъехала синих камней, я бы понял. Но камни ни хрена не подъезжают. И я, походу, Нео проиграл. Не знаю, тот самый Нео или нет. Наверное, нет. Нет, тот с большими буквами. Так, здесь. Давайте зелено-красный возьмем. Ну, я думаю, что так. Поехали. Ну, здесь уже получше ситуация. Давайте вот так сделаем. Вот так.
И сейчас, смотрите, прокидывал. Красные сейчас поедут мимо. Так, ну чуть подсрезает, отлично. Как раз главное гриму не дать ударить. Давай так тормознем. Вот, почти что. Ай, жалко, сейчас хил у нас слетел. Больно, больно, больно. Ну ничего, этот тапок мы вывезем. Этот тапок вывезем. Гули на бусте. А мы сейчас гули на бусте все снимем. Ха. Давай вот так сделаем. Так. На подружку. Пробить. Так, ну что, подснесли мы здесь. Кабанчик остался. Давайте, значит, так сделаем, что кабана мы сейчас завалим через вот эту фишку. Так, отлично, этот зарядился. 115 он наносит. Убить его нельзя. Он хилится. Слушайте, ну вот он вообще шикарен на самом деле. Отхил ловить самое то. Вот поехали такой же командой. Больше ошибаться нам нельзя. Поэтому будем выезжать. 4 камня. Хватило, хватило. Так, ну здесь блочим. Давай. Подъезжай. Угу. Блин, отхил. Ну давай, ударь. Сейчас они, по идее, опять зарядятся все. Да. Вот это вот хилы одни остались вообще. Знатная вещь. Давай взорвем. Можно было, конечно, синих взять. А хилы уже потом. Блин, они будут тут бесконечно, походу, делать. Такую тролюлю. Клык еще плюс усиление дает. Как не в себя. Блин, кабан очень быстрый. Ладно, давай сейчас деда заблокируем. Хотя бы полегче будет. Ну, красные здесь. Так, сейчас надо подумать. Так, ну, смотрите, подумал я, вот так сейчас сделаем. Просто надо на блоке красивенько, знаете, ты
Вот. Подотыгрыш, так называемый. Но опять же, это все такое условное обозначение. У меня слов нету, насколько здесь все долго. Блин, опять он уходит в дикий плюс. Давай усиление поставлю. Пробитие компаньон. Так, здесь зелень. Красные влетают. Да, конечно, вот с хилами здесь отлет дикий. Ну, видите, у меня еще такая команда получилась, что практически неубиваемые персонажи. Они друг друга хилят, но пассивно в плане боев. Тяжело идет. Так. Опять Гулина Бурсти здесь. Ладно, если мы ниндзю снесем с центром, то будет попроще. Но это надо еще снести. Так, зелень. За 6 камней кто не зарядится, нет? Ух-ух-ух, фигово. Давай, хил. Подъезжай. Ну, блин. А, блин, он погиб. Ай, пал смертью храбрых. Блин, а вот зараз зеленые проезжают, смотрите. Получается, можно бы было бы сейчас отыграть. Но Гулина Бурсти подснял ситуацию. Ситуация плачевная. Так, бьет по клыку. Давай зелень или красные. Подъезжаем. Блин, это ж надо так. Ниндзя еще ультует. Не дадим ему еще раз это сделать. Давай здесь искать камень. Хочет искаться. Так, зелень есть. Ниндзя. Ниндзя хилится. Ну вот, во, отлично. Зеленый подъехал. Сейчас мы еще раз зарядимся. Ну, после того, как ниндзя, конечно, ударит. Сейчас промахи начнутся дикие. Так. Блин, Гулина Бухти, конечно, бьет. Как последний раз. Ну, мы, я говорю, сейчас попробуем, получается, под них загнать. Блин, тут прям не на жизнь, а на смерть поединок. Два пассива. И там два пассива, но они лупят очень сильно. Так.
Посылаем сигналы. Так, надо как-то, не знаю, под мартышкой что ли загнать. Не хочется опять выводить на доп. Время. Блин, меня еще эти корешки напрягают. Тоже вносит свой. Свой урон. Блин, а? Зараза. Понеслось до времени, плюс они еще на уроне включенном. Просто жесть какая-то. Хрена он ударил. Видели? Сейчас деда стычки, наверное, заберут. Да, тут какой-то бесперспектив. Бесперспективняк. Можно даже, наверное, ничего не пробовать. Выходить сразу. Да, ни хрена себе, тычка 800. 800, обалдеть. Не, я беру свою команду. Такую бьющую, атакующую. Вот. Мы поехали. Последний, финальный тапок. Что он нам привнесет? Так, ну да, вот так организуем. Желтые. Ух ты, какая колбасень сине-желтая. Блин, зараза. Знаете, что я сейчас сделаю? Смотрите, я сейчас аккуратно подвину вот так. И смотрите, какой сейчас просто бешеный урон будет. Просто под Гулино Бурсти сейчас. Как в последний раз. Но опять же, ситуация нас глушит. Все мимо летит. Что в таком случае делать, я не знаю. Ну, камень есть, конечно, вывозить можно. Мы довольно-таки глубоко сидим. Да надо на каждый бой, на самом деле, брать мартышку. Будет нам счастье. Так, ну Кирилл тут уже ничего не сделает. Вот, поэтому будем до, так сказать, завершать, наверное. После зарядки сейчас раз. Да. Ну, на этом, видимо, все. Плохо, конечно, сегодня отбились. Топ-5. Долго, муторно и печально. Ладно, всем пока.